А в Апатитах сегодня прошло совещание оперативного штаба по организации работы волонтеров. О результатах рассказали заместитель главы администрации Светлана Котельникова и депутат Совета депутатов фракции «Единая Россия» Михаил Петровский. Штаб волонтерского движения. Мы работаем в тесном контакте с администрацией. Вот, и партия «Единая Россия» обращается к неравнодушным жителям города поучаствовать в обеспечении доставки продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости жителям города, у которых возраст 65 лет и старше, которые одинокие. Может быть, как раз вашим соседям такая помощь нужна. Не проходите мимо, если выставлены около дверей мусорные мешки. Это не тяжело донести и выбросить в ящик. Мы работаем вместе с партией «Единая Россия», мы работаем вместе с ОНФ, мы работаем с волонтерами. Мы очень ждем тех людей, которые готовы оказать помощь нашим жителям города. И я думаю, что вместе мы справимся.